Значит так, слушай, смотри. Можно просто есть и открывать подарок. А салфетки мы так и не нашли, да? Жалеем. Все, блин, зеленые, просто возьмите их. Да? Да. Нам, наверное, самое все, в этом году будет спокойный Новый год. Да. Первый раз, когда вот так подожди, вообще никак нового. Да ну, смотри. Вообще не готовились. Идеально. Хорошо. Нет, реально, ну вообще ничего такого особо не это самое. Не заморачивались, списки не составляли. Я с этим работаю. Опять дома покушал. Это есть такая мать. Вроде уже покушаны. Я сейчас покушаю, наемся и поеду в гости. Кто это дом накушает? Да, так то побольше, да? С кабачками. Да, да, да. Переносимо на швейна кота. Він туди сюди, що ви, де ви, хто, Казанська, так, Казанська. Ні, це взагалі не моя посилка, це взагалі тут ні при чому. Блін, де її забрати, вона ж є, є посилка. Я сам говорю, приїду, заберу. Ні, нічого не виходить, я тут, я вже все, робота закінчилась, сьогодні короткий день. А прийшло сообщення, типа, що ви не взяли трубку. Угу. Вас не дозвонили, тому ви не получили. А я ж не говорю, щоб до нас дозвонилось, ви повинні були дзвонити. Сегодня короткий день. Как? Это как смс-ка пришла? Вы же не звонили по факту. Да какой же это я? Ну, у нас мы не успеваем к вам туда на Балашовку заехать, то есть надо подождите. Это вот только 3 числа. Да, зачем нам 3 числа? Мы планировали получить сейчас, перед Новым годом. Ну, и там началось там туда, сюда. Говорю, я приеду, где вы будете, куда приехать, я сам приеду, заберу. Наконец-то до него дошло, они такие, да, о, хорошо. Я буду в районе Школьного, возле Дуляра, минут 30-40. А ну все хорошо, что там встретимся, я заберу. Все. И мы, оооо, провал тут делаю, заберу, насыпаются, блядь. Летим бы уже до него сначала. Летим со школьного до мамы, бегом пьем шампанское, пьем конфеты. Нет, по три, по туда, по сюда, блядь. А потому что другое отделение работает до 6, там забрать. И так себе посылать. Я таким головом понял. Ну что, наконец-то? Ты договорила? Ты с кем вообще говорила? С Катей. Я говорила с бабушкой. Бабушка говорила, что с Катей говорила. Господи, прямо. Садись, давай, покушай. Катя уже спать ложится. Да правильно, спокойной ночи передавай. Я кажу, тусовка, говорю, у тебя прям важная. Не, покажу. Ладно, мне локтем. Покажу, у меня платье красивое. Все. Привет, привет! С Новым годом! Так, ребята, и забыли ж мы же сейчас тушили картошечку с курочкой. Жарили. Запекли. А мы сейчас что будем делать? А что мы будем делать? Мы будем распаковывать подарки. А что мы будем делать? И что ты еще не показал? А, холодец не было на столе, когда снимал стол. Какой огрызок. Вот он, холодец. Я просто его уже успешно уничтожаю. А, Дашу все не видели еще. Да, и Даша есть у нас тут вот такая вот. А то пока поздравления, Даша с бабушкой Любой. Да. А, бабушка Люба передавала всем «Люблю, целую, с Новым годом, счастья, здоровья и всего хорошего». Здоровья. Ура! Здоровья. Обязательно здоровья, побольше. Да, и маме любит тоже с Новым годом. Он задрял в дамской комнате. В дамской? Мы с ним просто... Саш, ты не можешь ходить в мужскую комнату, почему вошел в дамскую? Мы косметику обсуждали, еще не сделали мужскую комнату. Мужская комната за углом, выходишь с этого, с дома и за углом. Стас, мужская комната, да, на улице за углом. Вместе с тобой. Кто будет первый? Кто будет первый? Кто-то будет первый.
Давайте мы, вы кто? Давайте опять Стас с Николаем первый. Ну давайте Стас с Николаем первый. Всем привет, привет, привет! Сегодня у нас первое число 2022 год. Девчонки и мальчишки, прежде чем вы увидите все видео, которые мы засняли на Новый год, хочу сразу предупредить, у нас не будет много-много веселья, как вы привыкли смотреть нас. У нас будет более такое мягкое застолье, наверное, которое мы в основном не снимали. Там будет распаковочка подарочков интересных, то, что нам принес Дед Мороз под елочку. И что хочу сказать, я очень-очень рада, что наш Новый год получился в этом году такой спокойный, такой уравновешенный, такой какой-то домашний, наверное, такой какой-то, знаете, уютный и, наверное, семейный. Сейчас с Коля, с Стасом и с Надей едут, в общем, к бабушке в больницу, сейчас все расскажу. У нас есть кое-какие изменения, мы поменяли аватарочку, обязательно посмотрите, оцените, нормальное, ненормальное, напишите нам обязательно. И что? И, наверное, сейчас мы с вами немножечко поболтаем. У нас уже вечер, наверное, ничего не будет видно. И у нас сегодня первое число. Мы сидели, долго-долго говорили, общались. У нас, кстати, ночью пошел дождь. Вы представляете? Ночью пошел дождь, и сегодня целый день капает. Вот. О, салюты! Вчера не видели, сегодня посмотрим. Немножко. Гляньте, я как раз вовремя вышла. О-о-о, салюты! Ну я же говорю, вчера же такой туман был, что мы так вышли, только слышали, как бахкает, и все. Ух тышка, ой, красота. Везет Николай этот. Так, куда он там везет? Он там хоть выйдет правильно. Чтобы не тикнулся об забор. Уезжает, он чем уезжает. Значит, главное, чтобы не оторвал нам зеркало. Просто так получается, что Стас заезжал второй. И нам немного Мишу, ой, Чикачу подпер. Все, нормально. Ой, там зеркало. А, выехал, да? Нормально, зеркало мне зацепился. Все, нормально. Коля у нас мастер, фломастер. Во, не могу никогда рассказать. Поедут сейчас к Стаса бабушке. Бабушка перед Новым годом упала и сломалась. Бедро. Вот. То ей делали операцию, заменяли там, в общем, сустав, все такое. И сейчас собрали там вкусняшек всяких новогодних. Да, поедут сейчас, отвезут. Он еще салют один, Даша. Вон, видите? Вот, вкусняшек собрали. И повезут, отвезут бабуле. Ну, ей там скучно лежать на одной. Вот, так хоть, по крайней мере, таких вкусняшечек всяких покушает новогодних. Ой, сегодня красиво, прям их видно, эти салюты хоть. Они ждут, пока Коля развернется, а мы жопой выезжаем обычно на самый верх. Так удобно на кассе ехать наверх. Вот сейчас приедут, и мы еще вчера не распаковали две посылочки. А вчера, пока мы начали распаковку посылок, то это уже было... Давай, давай, вы уже быстро. Уже было 3 часа ночи, извините меня. То мы уже были такие загайданные, пока мы посидели, поотмечали все посылки, ну вы же понимаете, да? То уже как бы и... Ой-ой-ой. Венок опять отвалился, поэтому мы его сюда прицепили. Пока мы... Не Боника, не Ной, сейчас приедут. То мы решили уже на свежую голову сегодня уже, чтобы было сегодня тоже какой-то, получается, интерес. То решили уже сегодня еще распаковать две посылочки. Как раз то, что нам подписчица прислала, Олечка, спасибо тебе огромное. И Витасик с Иринкой, вам тоже огромное-огромное спасибо. Сейчас я обновлю столик. Вот, потому что мы досидели уже, сколько, 4-5 часов, и мы просто с самого утра. Стас спал до 2, то ли до 3 часов, а мы сидели с Надеждой. Надежда самая первая проснулась, я проснулась, Коля в час, наверное, 3 проснулся. Вот, я самая первая вчера спать пошла. Вот мы распаковали, вернее, подарки подарили, еще буквально посидели минут, наверное, 15. Я говорю, я так устала, вот я реально устала, какой-то год был такой насыщенный, я же говорю, что я так устала, я говорю, все, я иду спать. 3 часа я ушла, не в 3, в начале 4 где-то ушла спать. Поэтому так, распаковали буквально, ну, подарочки и ушла спать. Вот, а сегодня я же говорю, что сейчас сложим кровать, где Стасы спали здесь, вот, и накроем заново столик. Вот, и сядем мы заодно и поужинаем хорошенечко, и уже распакуем именно посылочки, которые нам прислали. Классненько. Вот. В общем,
Не знаю, это, наверное, такой первый, самый такой спокойный год был. Вон, мы двоечку, кстати, все-таки прицепили. Правда, у нас траблы вышли. Двоечку прицепили, резеточки нету близко. Резетка аж там и не доставишь. Вот поэтому надо было переноску приносить. Переноску уже заняли там для других делов. Поэтому так. В общем, ощущения от Нового года интересные, потому что, это же говорю, первый раз он такой был более-менее спокойный. Ну, правда, мы успели и насмеяться, и телек посмотрели, и я ушла спать, они еще до 6 утра играли в игру, ту, что Стасы принесли, Даше подарили. Вот. И, в общем, а Даша сейчас в последнее время вот это же ударилась в эти всякие игры такие, покупает интересные. Вот. То мы, бывает, тоже, как заведемся вечером, ну, сами. Она начинает, давай, ну давай, хотя бы один разочек в одну игру сыграть. Ну, это типа не карточная игра, а там это типа такое, ну, на, как сказать, на, наверное, логику, на вот это все. Ну, такие интересные довольно игры. Вот. Поэтому такие вот дела. Шо? Все, мы вчера, сегодня утром Коля просыпается, такой немножко болтологии вам включу сюда. Коля сегодня такой просыпается, говорит, а что это? Я говорю, а что это? А стоит пак пива, получается, 6 бутылок вот этих больших, и только одной не хватает оттуда. Говорит, а что это, мы вчера столько пива выпили? Я говорю, да. Получается, они вчера все вместе до кучи выпили одну бутылку, двушку пива, вот, и не закончили бутылку вина. Представляете, вот так вот. Вот так вот такие мы вчера были великие алкоголики. Ну, не знаю, может быть, из-за того, что я же говорю, что днем как-то готовили, потом пока мы собрались, потом, я же говорю, сели, пока подарки, пока полялякали. Понимаете, обычно все Новые годы как проходят? Эй, там, туда, сюда, побежали, прибежали, поскакали, ускакали, понимаете? И поэтому Новые годы обычно происходят у нас очень так массово, шумно и в основном все где-то куда-то, понимаете? А в этом году у нас такой более спокойный, что мы смогли, я же говорю, и наболтаться, и все, я же сегодня с Надеждой тоже. Она мне там показала кучу программок, как там что-то, она разбирается в этом всем. Спасибо, кстати, Надюша, огромное, если будешь смотреть. Спасибо тебе большое. Может быть, в этом году начну по чуть по-другому делать видео. Плюс, девочки и мальчики, кто заметил, мы поменяли вот эту аватарку, или как она называется, картиночку на нашем канале. Теперь там не Оля плюс Коля написано, а именно наша фотка стоит. Вот. Оцените, пожалуйста, напишите, что вы по этому поводу думаете. Вот. Стараемся как-то разнообразить наш канал, как-то сделать более, может быть, интересное. Надеюсь, я смогу все-таки понять эту всю систему, как правильно монтировать видео, может быть, что-нибудь интересненькое в этом году все-таки буду для вас делать. Вот. В общем, девчонки и мальчишки, всех я вас поздравляю с Новым годом, с наступившим 2022 годом. Пускай в этом году у вас сложится все самым наилучшим образом, пускай каждому в дом придет счастье, пускай будет любовь у каждого дома. Естественно, всегда водятся денежки. Такой неиссякаемый запас. Вот. Ну, что еще сказать? Ничего, отдыхаем хорошо, нам классно, нам весело и нам очень уютно. Вот в этом году нам очень-очень уютно. Именно, знаете, вот так вот по-домашнему, по-семейному. И это, наверное, не хватало. Наверное, весь год не хватало вот такой более семейной обстановки, потому что действительно весь год у нас, как в прошлом году, мы бурно встретили Новый год, потом мы бурно Светы на предложение, вот это, кто помнит, Тамир Свете делал предложение как раз сразу же после Нового года, и у нас все это было вот так. Беготня, и такой же у нас случился и год, вот именно точно такой же. Поэтому этот год очень хотелось встретить такой более в такой уютной обстановке, и я надеюсь, что весь год у нас пройдет именно в такой уютной, такой классной обстановочке. Вот, чего и всем желаю, чтобы, если вы хотите, конечно, такой бурной, но это чтобы был этот год, то, естественно, вам побольше поездок, побольше там, я не знаю, каких-нибудь развлекаловок. А кто хочет действительно уюта семейного, я вам этого всем желаю. Все, а теперь ждем наших ребят. И будем заново накрывать стол. И, значит, будем открывать еще две. У нас есть посылочки. Два подарочка. Кому интересно, оставайтесь с нами. Вот, обязательно это все увидите.
Вот мне самой интересно, мне очень-очень интересно, что же там такое нам прислали. Так, а еще я вам не показала вчера абсолютно. Вот такой тортик вкусный, смотрите. Нам Колина мама спекла, передала. Мы уже сегодня утром его попробовали. Он очень классный. Не знаю, что за рецепт, но это там и сметана, там и орехи, там и сгущенка. Ну, такой вкусный-вкусный. Я не знаю, надо будет рецептик взять. Но Коле и всем зашло очень-очень даже сильно. А еще хочу показать, как выглядит холодильник 1 числа у Шаповаловых. Вот так выглядит холодильник. Вот. Кому интересно. И сейчас еще покажу. И еще немного вот здесь. Хорошо, что здесь холодная такая комнатка. И все это можно хранить здесь еще. А еще вот, видите, из пака не хватает бутылочки всего лишь. Здесь полная, которую принесли. Вино принесли полное. Шампанское полное почти. Буквально там полбутылки нету. Тоже его не допили. И вот еще вино тоже полное. В общем, ребята, алкаши еще с нас еще те. Всего лишь одну бутылку выпили. Мандарины, эти как они, бананы, яблоки, гранат. Вообще никто ничего не ел. В общем, мы в своем репертуаре наготовили куча всего. А, еще в погребе куча холодца. Наготовили куча всего. Хотя мы очень даже старались ничего практически не готовить. Но как получилось, так получилось. Теперь надо усиленно это все доедать.